Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня вот так у нас метет. Какая-то крупа просто с неба сыпется. Непонятная. Не снежинки, а крупа. И сейчас только забрала почту. Покажу вам, что мне пришло. А пришел вот такой конверт. Это журнальчик «Сады России», по которому можно сделать заказ саженцев, семян. Сейчас посмотрим, какой в этом году у «Садов России» каталог на весну 2021 года. Вот, получатель Быкова Евгения, они мне постоянно присылают. Спасибо им огромное за это. Я рада. Вот снег немного попал. Намокло письмо, но ничего не случилось с конвертом. Напоминаю, что «Сады России», есть такой сайт. Находится это предприятие в городе Челябинск. 4 декабря было отправлено, а сегодня у нас 8. В конверт вкладывается вот такое письмо. Сейчас уже бесплатная доставка заказа идет от 12 тысяч рублей. Раньше она была когда-то от 3 тысяч, от 7 тысяч. Ну, видите, жизнь дорожает уже теперь от 12 тысяч. Раньше я часто заказывала. Вы тоже это можете сделать без проблем. Вам присвоит регистрационный номер. Вот такой каталог. Весна 2021. С удовольствием. Люблю его листать. Они у меня сохраняются. Я листаю периодически. Для того, чтобы хотя бы название растений изучать в полной мере. И как правильно их выращивать. Да, здесь даются даже такие консультации. Вот. Пожалуйста, здесь мы можете сделать заказ. Вот, указано, как оформлять заказ. Код сорта, название культуры. Цена здесь прописывается. Проставляете количество, выводите сумму, указываете регистрационный номер. Если у вас нет, вы можете даже сделать на простом листе такой заказ на сайте «Сад и огород». Конечно, есть такой каталог, но мне как постоянному покупателю присылают его лично в руки. Как приятно продержать этот журнальчик, потому что он очень красочный, очень красивый. И присылают его абсолютно бесплатно. Это каталог на весну. На осень у них тоже будет обязательно каталог, в котором тоже можно будет сделать заявку на саженцы, на осеннюю рассылку. Этот каталог на весеннюю рассылку. Начинается с картофеля. Вот посмотрите, какой он. Разный-разный. 10 штучек около 200 рублей. Их присылают, как это называется, блистеры, или как это называется, по 10 картошин. Картошки маленькие, но всегда, вот я заказывала, помню, те сорта, которые плохо подаются колорадским жуком. Но у нас они все равно не прижились, только потому что, наверное, мало им уделили внимания. И, как всегда, мы любим свои уже проверенные сорта. Даже которые не знаем, как называются, которые хорошо развариваются. И поэтому как-то у нас не сложилось с этими сортами картофеля. Но посадочный материал отличного качества. Отличного. Ну, все-таки надо учитывать, в какой световой зоне вы проживаете. И какие культуры у вас выращиваются лучше всего. И какие сорта уже приспособлены именно к вашей световой зоне. Лук никогда не заказывала, а ягоду, земляничку постоянно. Это вообще любимое занятие — заказать весной землянику. Заказ, я помню, там нескольких сортов, по 5 сортов нужно было сделать. Посмотрите, здесь, конечно, глаза разбегаются, какую выбрать. Постоянно ассортимент меняется, потому что я помню, что я заказывала астару, заказывала сельву. Вот сейчас вот сальса. Ну, астара, сельва — это ремонтантные
И мне нравилось, что вот сильва, она цветет и дает урожай еще на усах. То есть ус кидает, тут же зацветает этот ус, и на нем образуются ягоды. Вот. Сейчас буду опять здесь его искать. Если не найду, буду писать в редакцию и в сам питомник. Может, пару усиков они еще и найдут для меня. Ну вот мне очень тогда понравился именно этот сорт. Здесь есть сорта как короткого светового дня, да, это обычные земляника. Ну, называется здесь все почему-то земляника, хотя мы привыкли, что земляника она лесная, плодоножка у нее отрывается, а у клубники плодоножка при сборе остается на ягоде. И нейтрального светового дня сорта, нейтральный световой день, то есть это когда земляника не, да, такая ягода, такой сорт, который не реагирует вообще на длительность дня. И такой сорт называется ремонтантным. Плодоносит несколько раз за сезон. Ну вот, цены, да, цены, конечно, вы хотите, наверное, узнать. Это рублей 500-600 за 5 штучек. Ну, в пределах 100 рублей за кустик. Кустики приходят в спящем состоянии. Там почти нет зеленых там листьев, большой ботвы вот этой зеленой. Но корни отличные. Ну, я заказывала, честно говорю, ну, это по моему опыту не один раз. Раза три, наверное. И всегда приходил отличный посадочный материал. Вот по землянике ничего не могу сказать. У них вся земляника в отличном виде, в спящем состоянии. И когда вы ее высаживаете, это уже конец апреля, начало мая, в грунт, то она начинает моментально прям расти. Выходит из спящего состояния. То есть я довольна была всегда земляникой. То есть это можно заказать без вообще. Вот Астара мне еще нравится. Она очень вкусная. И вот листики у нее, я вот говорила, я собрала семена с той ягоды, у которой пятипалый лист. Не трехпалый, как обычно, а пятипалый. Вот это вот земляника Астара из Челябинска. И посмотрим в этом году, она в том году не плодоносила, как она будет плодоносить в этом году. И там, кстати, вот из семян не передаются у нас признаки. И может быть ягода отличаться при семенном посеве от сорта, с которого были собраны эти семена. Под видео я оставлю, конечно, ссылку на сайт, где представлена рассада и земляники sadoogorod.ru. Зайдите сами, все прочитаете и посмотрите. Так, далее. Вот плодово. Ягодные здесь есть. Здесь есть и малинка. Здесь есть и жимолость. Посмотрите, сколько сортов. Всяких разных. Ну вот, и все-таки, я думаю, это больше для средней полосы России. Раз этот питомник в Челябинске находится, то вот ближайшие районы к Челябинску могут воспользоваться услугой доставки по почте данных товаров. Вишня, черешня, ежевика, вот крыжовник, тут и яблочки, тут и груши, и сливы. Ну, то есть все-все, вот видите, сколько-сколько всего. И всего рассказать по цене, по сортам, ну, невозможно. Я вам так хотя бы пролистаю, и вы хотя бы так, в общем, посмотрите, что здесь есть. Рябина сладкоплодная даже появился, кизил. И вот дальше пошли цветочки. Посмотрите, какой большой выбор георгин. Цена георгин тоже здесь указана. Около 200 рублей за один клубень. Была у меня такая история. Так вот, гладиолуса. Я заказывала лилию. Лилия пришла в таком сморщенном состоянии, луковица. Я написала обратно ответ в питомник, что вот так-то и так-то, в недостойном виде. И мне прислали замену. Представляете, бесплатно, полностью
За их счет. Вот такую я, наверное, заказывала. Вот. Людвиг. Вот такая была махровая, белая. И представляете, я высадила все равно ту луковицу. Я тоже высадила. И они у меня очень бурно цвели. И одна, и другая. Так что очень жизнеспособный посевной материал. Ну, потому что вот рассказываю, как есть по своему опыту. Пишите свои отзывы об этом плодопитомнике. Может, у кого-то был опыт по поводу заказа. Ну, не знаю, я вот не сталкивалась ни с какой проблемой. Заказ быстро приходил. Очень быстро. Я получала и как по предоплате, и как на наложенным платежом. То есть, когда приходит, и мы оплачиваем посылку. Вот какие пионы красивые, обалденные. Обалденные. Red Grace. Вот такой хочу. 1300 стоит новинка. Вот. Пиончики. Питер Бранд. Хочется мне красный. Очень хочется еще вот с резной листвой. Смотрите, какое разнообразие флоксов. Флоксы 150-140 рублей. Хосты тоже нужно выписать. И даже гибискусы появились. Вот их не было. Вот смотрите, рука и какого большого размера цветок. Зимостойкость до минус 30. Но здесь я могу поспорить все-таки. Это сирийские гибискусы. Уличные гибискусы. Ну, возможно, вывели сорта. В Челябинске это температура зимой не детская, вам хочу сказать. Поэтому, ну, наверное, раз они заявляют, значит, так и есть. Выдерживает минус 30. У нас до минус 40 бывает. Вот многолетники пошли. Астильбы, ландыши. Вот. Дальше здесь даны еще советы по обустройству клумб. В предыдущем номере были и сейчас. Вот. Как вы можете разбить у себя цветник, подобраны растения. Вот решения такие. Ну, может, я сделаю видео на такие клумбы. Потому что у меня сохранилось несколько таких журналов. И есть материал именно по клумбам. Как формировать клумбы, какие растения. Там многолетние, да, в основном. Дельфиниум или атрисы. Да, из многолетних растений. Как сформировать клумбу, чтобы она каждый год вас радовала. И не нужно было затрачиваться на приобретение однолетних растений. То есть такая долгоиграющая клумба, цветущая все лето. Розы тоже большой выбор. Флорибунда, канадские, плетистые. Чайно-гибридные. Вот, пожалуйста. И монтантные сорта роз. Еще есть. А что это такое? Не знаю. Ну, розы цветут, да? Какие-то один раз, какие-то два раза. А может, и монтантные не цветут вообще все лето. Клематисы. Цены на клематисы 500, 2600 рублей. А цены на розы 400-500 рублей. То есть, посмотрите, какой красивый каталог. Листать одно удовольствие. Даже просто так. Вечером. Да? Прилечь и полистать. И помечтать о весне, о лете. Разглядывая такие яркие, сочные картинки. Просто приятно. И поизучать все новые и новые сорта, которыми нас хотят уже в следующем сезоне порадовать селекционеры. Вот. Спирея, азалия. Ну, красота просто. Слов нет. Ну, вот, показала я вам сегодня то, что пришло мне по почте. Вот такой журнальчик. Очень интересный. Буду изучать. Не один раз его перечитывать, пересматривать. Вам желаю всего-всего самого наилучшего. И до встречи на канале Мой Сад.